США прекратят производство томагавков. Военно-морские силы США откажутся от покупки крылатых ракет «Термиюк», сообщает Defense ООН со ссылкой на проект бюджета ВМС на 2019 год. По мнению военных, «Термиюк», выпускаемые с 1980-х годов, не отвечают вызовам современности. Американское издание отмечает, что вместо них американские военные планируется отдать предпочтение разрабатываемым противокорабельной ракете большой дальности AGM-158 CLRSM, Long Range Anti-Ship Missile, и ракете NGLOW, Next Generation Land Attack Weapon, предназначенной для поражения наземных целей. Defense ООН отмечает, что заявленные характеристики нового оружия, в частности, сверхзвуковая скорость и новейшие средства противодействия системам радиоэлектронного подавления, принятие которого на вооружение ожидается в 2020-х годах, могут не оправдать ожиданий ВМС, в отличие от прошедших проверку в бою «Термиюк». Издание полагает, что ракеты особенно нужны Пентагону прежде всего из-за сложившейся в Сирии ситуации. Остановка их производства, решение о которой Конгресс может принять в 2019 году, просто неприемлемо в опасном и неопределенном мире, заключает Defense ООН. В апреле 2018 года Минобороны России показала попавшую в Россию из Сирии боеголовку «Термиюк». Больше важных новостей в TELEGRAEM канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту, новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.